Тут вас завжди чекають та допоможуть. Гуманітарний центр на Рішельєвській, 18, продовжує свою роботу. Лише за травень тут видали понад 18 тисяч продовольчих наборів. А зараз в день центр відвідують понад 600 родин. Центр приймає біженців із зони активних бойових дій, надає допомогу пенсіонерам та людям з інвалідністю, багатодітним сім'ям та одеситам, які втратили роботу через війну. За весь час функціонування гуманітарного хабу керівництво закладу кожен день удосконалює роботу, адже потреби людей змінюються чи не щотижня. Изменилась логистика полностью, потому что когда мы поняли, что в день к нам приходит от 400, а потом от 600 семей, мы поняли, что у нас не хватает рук, у нас не хватает компьютеров, нам нужно менять время выдачи. Допустим, одесситы у нас сейчас с 9 до 11, а переселенцы целый день с 9 до 5 мы принимаем. То есть мы пытаемся за все это время сделать так, чтобы, во-первых, люди меньше времени проводили в очереди. Второе, это чтобы волонтеры чувствовали себя более комфортно, потому что погода меняется, дожди, солнце, и сейчас есть огромная потребность в вентиляторах для тех же переселенцев. Меняются их запросы. То есть если первое время это была зимняя одежда, одеяла теплые, пуховые подушки, то сейчас в большей степени это полотенце, пледы, постельное белье. Хаб об'єднав людей з Маріуполя, Донецька, Миколаєва, Херсону. І всі вони також готові допомагати, адже самі колись були на місці тих людей, які вперше завітали до гуманітарного штабу. Так, наразі в гостинній хаті 80% волонтерів – це переселенці. Наш центр почав працювати з 26 числа, з 26 марта. Вот. И каждый раз, когда люди стоят в очереди, сами переселенцы спрашивают, чем вам помочь, как помочь. Я записываю номера телефонов и подписываю руки. И когда нужна помощь, потому что кто-то устраивается на работу, кто-то уезжает. Вот. Ну, постоянно... Ну, обновляется команда, есть постоянный там такой, как косяк, а это самое, ребята приходят, больше половины здесь переселенцев. Одесити не поступаються переселенцям в готовності завжди прийти на допомогу. Координатор волонтерського центру Лілія Леонідова розповідає, що незважаючи на втому, люди все одно допомагають усім, чим можуть. Вы знаете, все неравномерно, понятно. Мы не можем говорить о том, что у нас есть постоянный приход, стабильный, в тех количествах, которых нам нужно. Но нам помогают. То есть то, что вы сказали, есть информационное поле. Люди очень много передают о нас и рассказывают там, другим. Есть доноры, которые нам помогают. Их уже достаточно много. Одесситы не устали нам помогать. И я, вы знаете, я еще раз говорю о том, что одесситы неимоверный народ. И, в принципе, Украина неимоверная нация, потому что такой поддержки, как мы чувствуем от них, мы кидаем, у нас двойня родилась у переселенцев, нам нужна коляска, и одесситы находят три коляски. И не только одесситы, нам одна по новой почте с Кировоградской области пришла. Дітей пригощають полуницею, дорослим дарують чарівну посмішку. І ось в такому режимі нон-стоп волонтери працюють щодня. Кажуть, вже і життя не уявляють без цієї роботи. А також підкреслюють, що з часом якість продовольчих наборів, які вони видають щодня, змінилася в кращу сторону. Колбаса, два сладких, якихось десерта тут, овсянка, горошок зелений. Тоже какие-то бобовые, рис, детское питание. Напиток и фотография с нашей компанией. Окремий відділ – це дитячі набори. Тут є все, що потрібно – від памперсів до іграшок. Родители приходят с детьми, им сразу им и предлагают. Ну, то есть у нас нету, что мы ждем. Мы спрашиваем сразу на стойке регистрации, что вам нужно. Это естественно, если у человека дети, и он оформляется с детьми, то его сразу спрашивают, нужны ли ему памперсы, нужна ли ему детская гигиена, нужно ли детское питание. Причем у нас есть детское питание не только для обычных деток, а и деток с какими-то аллергическими реакциями.
Нагадаю, отримати допомогу ви можете з 9 години ранку і до 5 години вечора, якщо ви переселенець. Одесити можуть завітати до центру з 9 до 11 години ранку. Крістіна Черновалова, Костянтин Нещирят, телеканал «Репортер».